Когда идет снег, черный мерзнут, но стоит белый, настроен довольно серьезно. Самолеты летают ниже, зато длиннее паровозы, умнее вопросы и сильнее морозы. Уже ушел Михаил Сергеевич, но еще не было Бориса. Гостиницы в центре китайской столицы. Где-то высоко я смотрел в окно и тупо считал велосипедистов, как это было давно. Как меня сюда занесло, я не понимал толком. Зато отличал легко кепку от бейсболки. Помнил наизусть 27 команд НБА. Майкл Джордан 23, Мэджик Джонсон 32. Майкл Джексон еще, по-моему, был черный. Группа «Ласковый май» умудрялась собирать стадионы. Рокко вел себя скромно в своем первом порно. И оставалось несколько волос на голове у Кобзона. Леха, Леха звала какая-то Алена. Ждал у микрофона Газманов, сына Родиона. Пока Мадонна скакала по сцене «Like a Virgin». Я полюбил рэп и походу полюбил его очень. В каждом доме знали, как выглядит певица Сандра. А за черными очками что-то видел Стиви Уандер. Вся страна напевала миллион алых роз. А Курт Кобейн до конца не прочувствовал передоз. На кухне, по радио, от АС группа Любе. А Джордж Майкл, кстати, педик по Любе. Еще в проекте не было группы Wu-Tang Clan. Я махал руками на концерте тупо Кармен. Из-за значков Рокки и Рэмбо на синей форме старшеклассники в школе стебали и звали Сталлоне. Я заикался, на уроках отвечал только письменно. А между ответами рисовал портреты Барта Симпсона. Мечтал стать водителем трамвая. Я знаю почему, ведь трамвай легко управляем. Все родные были сотрудниками Аэрофлота. Я видел свои полеты по-другому над этим болотом. Может быть в этом был виноват МС Хаммер. С его странными штанами, полосатыми висками. Может быть группа Крис Кросс, их одежды задом наперед. Ну кто сейчас разберет, как можно было слушать Металлику и ACDC, когда были Ванила, Айси, Айс МС. Кому нужен Take That, если есть E17, Джесси Джефф, Фреш Принц, Тэг Тим, Snoop Dogg еще был Снупи, EPO, Yay, Ice Cube, Dr. Dre, NWA, Naughty by Nature плотно качали, хип-хоп, хоррей, Cypress Hill злобно пищали, Insane in the Brain. На дискотеках No Limits, а то Unlimited и Real to Real. I like to move it, move it, в лучшем случае Salt and Pepper или TLC, а так технологии, Lick MC, BB, такси. Далеко не каждая семья могла позволить тачку. На рубль давали два пломбира и жвачку. Стояли аппараты с газировкой возле каждой станции метро. Как это было давно, я захотел стать участником этой хип-хоп эстафеты. Я не забуду тот день 13-го лета. Где-то на севере Китая учился курить в затяг. Люди начинали только правильно писать тупак. Я заценил клип НАСА вместе с Лорен Хилл и подумал про Ванилу Айса, он полный дебил. А сейчас я читаю все это без блокнота. Середина октября 2009 года.